Вот они, мои дикари, летают. Сегодня 8 число. Не успел я, ребята, не получается у меня с работой. Отпроситься не смог. Никто меня не поменял. Вот, прибрался и выпустил голубей. Дармоеды уже садятся, лентяи. Пускай садятся. О, тибелиски тяжелые. О, ворона. Ворона полетела за голубями. Вот она гоняет. Молодец. Тибелиски тоже в лед пошел. Тяжелые они. Тяжелые. А там эти зароились. Орел вот он. Прошел вот он. Эти молодцы. Чуть-чуть приподнялись. Так. Эти кто бьет. Гады. Вот они стоят. Тройка. Два черных и куцый этот. Вот они. Жахают. И всю стаю мне осадили. А полетали от силы 10 минут. И того, наверное, не полетали. Я вот пока приподнял, пока. О, лениноканец летает. О, сорвались. Кто это? Ух ты, вороны, что ли, налетели. Я не... А, вон античеревятник. Вороны его, какой большой. Вот он. Вот он. Опа! Пошел за голубем. Ух ты, какая самочка. Давно у меня тетери не было. Он сейчас заберет. Вот он, голубь пошел. Вот он его атакует. Атакует. И крыша. Крыша. И вот здесь, уже вот здесь. А. Вот он. Выскочил. Выскочил. Не вижу, поймал. 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 Кого-то поймал. Поймал. Красавчик. Уродец, а. Ты посмотри, какая здоровая самка. Кого-то из молодых поймал. Может быть, так лошонка, может быть, этого, как сказать. Я даже и не видел, если честно. Забрал он кого-то. Самка какая-то, самка здоровая, забрала. Откуда нарисовалась? И вороны же сразу нарисовались. Вон голуби поперли все. Вот такие вот потери. Первый раз тетеря прилетела. Огромная самка такая большая. Вот они. Осталось мне еще этого сапсана сейчас дождаться, чтоб он еще кого-нибудь жахнул. Вон они как бьют. Разлетелись. В общем, отработал. Тетеря забрал. Здоровый мерзавец прилетел, забрал. А вот кого в этой толпе, я и не узнаю. Кого, если так вот по парам. Два лениноканца были, так лошад, не знаю особо, сколько там было. Вон. И ракетницу я даже не брал. А я бы не успел, он его начал гонять вот отсюда, вот так вот погнал молодого. Я думаю, так лошонка какого-то. И вот так вот по улице, и вот здесь уже, вот здесь около моего дома, вот я только вот за этим домом увидел, что вороны, и он потащил уже его. Вороны его начали гнать. Вот они скидывают быстро. Даже космонавтов не остается. Это все крутят. Там, конечно, вот еще повыше куча. Вот они полетели. О, блин. А это кто? Кто-то... Ничего себе. Я не знаю, что это за голубь. Без хвоста, без жопы. Без крыльев.
Ну не этого же он забирал. Тетеревятник. Редко, если он поймает, он не выпускает. Может, его кто-то шорхнул. Может, я прозевал. Вот даже куцая моя в лету, вот она. Где сизая играет. Ох-хо-хо, чувствую, потери будут, я того все. Вот оторвались там кучка, вот они. Космонавты поперлись. Те пойдут в лед. Вот персючка пришла. Вот она, такла. Летает одна уже. Уже начала играть. В первый снег пропала. Пропала, прилетела на второй день. Вот она. И где играет. Ее черт поймешь, когда она выскакивает. Она сама по себе так резко. О, раз-два. Раз-два и все. Так, космонавтов потерял. Одна стая верхняя. Вот к этой жмется, скидывают. А космонавты... Нет, не потерял. Вот сейчас потихонечку приближу. Вот на белых облаках. Вот они. Вот. Летают мои космонавты. Остались все-таки. Так. Опять теряю я их. О, сизая скинула. Вот так вот. Откуда нарисовался? Ну да, вот такая вот толпа голубей тут. Я же как называю, супермаркет мой взлетел. А он где-то сидел, ожидал. Эти дурачье. Если бы выборочно, он бы хрен кого поймал бы. Они дернули бы вот так вот наверх. Какого-то молодого урод сожрал. Ладно, что уже. Так вот, без потерь. Лучше пусть в небе, чем в вольере от болячки сдохнет. Эти вон все на шухере сидят. Так, ладно, пока. Наверное, на паузу. И вот разлетаются, вон голуби, где раскрываются некоторые. Поиграли, прозевал. Растягиваются. Вот они. Опускаются. Кучи большие. Две стаи. Вон черныш и белый. Молодцы. Вот так. Нехрен летать понад деревьями. Но это 100% молодого забрал. Больше варианта нету. Нам космонавты что-то мои разделились. Как бы Сапсан не пришел. Кто-то вниз прется. Эти здесь мотаются. А эти скидывают. Эти скидывают, боятся. Что-то так. Там два космонавта и вот сейчас попробую. Не знаю, как я их поймаю, нет. Вот они прям под облаками. Мне солнце отсвечивает. Сейчас я на паузу, наверное. А эти в сторону. Стая чуть-чуть в сторону отошла. Если там на той высоте будет Сапсан бить, я и не увижу. Там около десятка осталось наверху. Эти вот в сторону отошли. Эти здесь буксуют. Так, сейчас на паузу.